natuke. Aga no oli nii, eh? Kas me võidame? Так-то я думаю, сейчас он такой найдёт. Ух. Когда что за что-то здесь мокрое. На герте рака там идет. Не слышишь? Тут хоть лед нормальный. А дорога есть с этого? Ну там я видел следы, на машине проехали, а вот там только на выезде, там я вот сейчас когда спускался на этот. Нет, я вот где этот маяк. Там спускался. Там видно, что проехал, но продавил там что-то вода. Может, по отливу можно проехать. Прямо там кусок метра полтора-два. Нет, даже двух не будет. Я просто вот так, вот где он продавил колеса, я просто с края прошел. Пешком будет. Я вот здесь вот увидел, как переезжали вот где корабль. Я смотрел, там машина проехала. Я вот по этим следам проехал. И прям туда. Смотри, снимал я из дома, как тут вчера буковали караван. Не были вы тут? Да я толкал. Бля, я смотрел, там 8 часов, бля, еще стоят. А, 8? Да. Вы уезжали 2 часа. О, я 8 вечера, я вот... Это последний, наверное, пытались. Они как раз вот с этого ключа выехали, вот там где-то, вот в этом вот промежуток от ключа и до верха. Вот в этом месте промежутке, 8 часов было. Да? А вчера как было? Что-то я смотрел, вчера народу было. Ну, вначале 11-го приехали, к 2-му уехали, блядь. Я десяток выходил, блядь, пацаны по 2, блядь. Вон, пошла. Я смотрю, народу много, думаю, ух, идет, наверное, народу хорошо. Ну, потому что вчера было, блядь, вчера понапили, блядь. Сегодня суббота, блин. Так, ну на этот каменный венец ехать не буду. Буду сейчас разворачиваться и дадал. Сколько мы уже ходу? Широкая площадь. Это на тоненьких было бы уже неудобно. А так на этом прёшь такой, как там. Карбоновая. Она легкая, но она прочнее, чем железо. Холодная, нет? Ну как-то, да я не считаю, у меня тут этот панцирь. Велосипед. Лампочка, не чай, не чай.
Я, наверное, еще неделю прокатаюсь на нем. На этом заряде. У меня запасные там есть аккумуляторы. Это глубина какая. А вы туда не цепляете ничего, да? Крючок. Искусственно. Ничего себе глубина какая. Метров 10, да? 20? 8, 30? 30? Офигеть. А у вас там много, это несколько крючков, да? Я вообще-то не рыба. Не охотник. Поражаюсь рыбакам. Каждый год страдать, как мерзнуть. Особенно вчера я представил, как они тут поднимали. О, крестые! Две минуты здесь, две минуты обратно. С утра приезжали. Такой тут за камеру наебать. Мне кажется, они слишком пресные в супе. Жареные, да? Да не, я говорю, в супец пойду. Ты споришь, не ел никогда? Мне кажется, нет, не ел. Мне кажется, они слишком пресные, прикрываны. Блядь, это наоборот, сладкая, такая вкусная. В прошлом году мотали сюда на Чирикова, там столько этих конькобежцев, блин, туда мотало. Да ничего. Ну. Первый раз еще его увидел. Да, вот для таких вот случаев фотоаппараты надо брать, надо. Такого я еще, блядь, не видел. Да, в прошлом году и на коньках, вот только на лыжах не видел, а так-то на мотоциклах, на машинах, на бурятах, на снегоходах, блин, все туда рушат. Солнышко, как не теплое дни, где-то по 18 градусов, где-то в марте стали, в марте ехал, вообще красота. Ветра нету. Я вот заметил, на ютубе выкладываешь такие поездки всякие там, ну за город, мало смотрится. А то, что в городе вот снимают, там столько народу здесь.
комментируйте. Рыбалку, блин. Новогоднюю, по-моему. Первый раз в этом году. Рыбакам побил. Вообще первый раз на лед выйдет. Вот тут сколько много. Какой крупняк. Ух, блядь. Красавец. Вот он, привалался. Лёгу вас. А вот это что-то за рыбка такая? Налим? Морской налим. А еще речной налив. Углеобразный как витамин. О, навашка или... Навага это, да? Ладно, дальше я не поеду, буду возвращаться до дома. Забежки, вон они уже к машине подъезжают. Ладно, все, удачи вам рыбалки. Вы еще долго-то будете здесь? Часик, да? Ладно, удачи вам.